Знак зодиака Рыба – очень мягкий и очень чувствительный знак. Немало среди них энергетических вампиров и манипуляторов. Они умело манипулируют людьми, играя роль жертвы. Испытывая жалость к себе, представители знака пытаются избавиться от гнетущих эмоций, поэтому перекладывают их на других людей. Они могут закрыться и страдать, занимаясь самоуничтожением, но, устав от своей токсичности, отправляются на поиски тех, кто выслушает и пожалеет. Для того, чтобы не отравлять своей токсичностью окружающих, рыбкам советуют обратиться к психологам, к специалистам.